Сейчас я вам покажу мужские шорты, первый сорт. Внутри сеточка Puma, размер L на резинке. Размер L лен. Велосипедки. Размер M. На резинке это купальные, внутри трусики, сеточка, размер M. Сорок второй размер ХБ. Внутри трусики, сеточка, L. Рибок, размер XL, внутри трусики, сеточка. Плотные ХБ, размер L. М-ка внутри трусики, сеточка. 44-й размер ХБ, тоненькие. Синтетика на резинке. М-ка. На резинке М-ка. На резинке сами они в сеточку М-ка. Сеточка внутри М-ка. ХБ 34 размер есть, вот. Немного пятна, но это первый сорт. Размер XL. Спортивные. Элька. Спортивные плотные на резинке. Элька. Шнурочков тут нету. Эска. М-ка. Внутри трусики, сеточка LXL. Велосипедки. Здесь вот поролон. М-ка. Синтетика Элька. Плотный размер М. М-ка внутри трусики, сеточка. М-ка спортивная. Внутри трусики, сеточка, М-ка. Спортивные М. Адидас, внутри трусики, сеточка. А нет, извините, у этих просто сеточка по всему пространству внутри. И здесь вот есть небольшие дефекты. Спортивные М-ка-С-ка. Купальные, внутри трусики, сеточка, М-ка. Спортивные С. Внутри трусики, сеточка, размер С. СК. Внутри трусики, сеточка, размер XL. ХБ, МК. ХБ, МК. Тоненькие ХБ на резинке, этикетка отрезана.
Эска. Внутри сеточка, трусики. Здесь. Внутри трусики, сетка, размер М. Внутри сеточка, трусики тоже М-ка. Также купальные. Купальные, значит, что там внутри тоже трусики, сеточка, размер L. Синтетика, спортивные, М-ка. Купальные, XL. Спортивные, ML. Спортивные, Reebok, немного... У этих видно износ, размер М. Элька. Есть пятно. Сеточку. М-ка. М-ка. ХБ. Купальный Nike, размер L. Купальная, 36 размер, очень плотная, спортивная, размер М, ХБ, H&M, М-ка, С-ка спортивная. Элька, синтетика. Спортивная М. Эска, ХБ. ХБ Аризона, внутри регулируется, размер S. ХБ длинные, есть вот здесь вот какая-то грязь, не знаю, стирается или нет. Размер 32. ХБ H&M. Размер М. Элька сеточка, внутри трусики купальные. Купальная М-ка. Вот такие купальные. Размер МЛ. Это лен. Размер М. Элька. ХБ Элька. Элька синтетика. Эти очень теплые. Внутри с подкладом. Размер L. Эска. М-ка. М-ка, синтетика. Трикотажный XL. Есть вот такие пятна. Синтетика XL. L. Это все синтетика. Adidas написано. У этих вот должны быть внутри трусики, но они тут оторваны. Просто синтетические шапки, размер L. Спортивные МК.
М-ка. Купальные. СМ. Трикотажные. С. Купальные. С. Купальные. М. Спортивные, они полностью в сеточку, размер СМ. Спортивная синтетика, размер С. У этих этикетка отрезана, синтетика спортивная. ХБ. Этикетка с размером отрезана. ХБ. XL. Купальный 3/4 размер. ХБ СК. Синтетика СК. Купальная СК. ХБ Эйка. Вот такие вот длинные. Размер М. Джинсовые. Размер XL. Купальные Элька. H&M джинсовые. Размер М. Есть небольшие желтые пятна. H&M 50 размер. ХБ 50 размер. Элька Найк ХБ. Элька. Руслан, давай найдем еще эти. М-ка. ХБ 3/4 размер, 3/4В. Три-шестой размер. ХБ Элька. Эска спортивная, сеточком полностью. Эска. Эска. Купальная. Элька. Купальная МК. Купальная МК. Просто синтетика, размер М. Вот такие вот XL. Синтетика. Купальная Элька. Здесь просто спортивные такие, синтетика, размер ML. И вот такие вот Элька ХБ. Спасибо за просмотр. Вся подробная информация будет в описании под видео.